Таможенные платежи теперь можно совершать онлайн. В рамках цифровизации деятельности таможенной службы и ведомстве запустили прием таможенных платежей в режиме реального времени через интернет-банкинг ООО «РСК-банк». Новшеством можно будет воспользоваться в течение этого года. Как отмечают в таможенной службе, такая оплата будет отображаться в системе ГТС моментально, что упростит процедуру таможенных платежей и ускорит процесс таможенного оформления. Работа по внедрению платежей онлайн ведется и с другими коммерческими банками. По данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 26 июня фактическое поступление таможенных платежей за июнь месяц этого года составило 8,2 миллиарда сомов. Вообще у нас получается два способа оплаты мы внедрили. Это по идентификатору пакета, то есть участники ВЭД, услышав данный метод оплаты, они поймут. Вводится уникальный код данного идентификатора пакета, после чего подтягивается вся необходимая информация. Второй способ – это способ авансовые платежи называется, то есть предоплата. Там участник ВЭД может выбрать любой платеж, как и НДС, и акциз, и сборы, и ввозные пошлины, то есть весь перечень таможенных платежей, утвержденный бюджетной классификацией Министерством финансов, они могут оплатить, получается, в казначейство. Они сразу поступают в систему нашу. Вот мы думаем, что это будет пользоваться большой популярностью. И на самом деле это гораздо удобнее, чем стоять у кассы в очереди, оплачивать именно в онлайне через свой телефон. Надеемся, что всем эта услуга понравится и поможет как населению, так и нашим коллегам с таможенной службы. Потому что все-таки на данный момент сейчас могут оплачивать только клиенты РСК банка, поэтому РСК банк, так сказать, первым внедрил эту услугу.